Как реализовать потенциал уроков родного языка и литературы в условиях перехода на новые образовательные стандарты, показали в средней школе номер 2 поселка Ленинкент. Учащиеся исполнили музыкальные номера на национальных языках, а также показали свое мастерство в хореографических постановках. Несмотря на предпринимаемые педагогами усилия, все еще есть проблемные вопросы в преподавании родного языка. Это обусловлено рядом причин – незнанием языка родителями и отсутствием языковой практики общения на родном языке вне школы. Вы знаете, обидно, нет у нас практики общения, языковой практики в городе, но, увы, мы делаем все для того, чтобы не только сохранить, развивать, укреплять, передавать наши родные языки.